Здравствуйте, меня зовут Санди Мавленова, я национальный директор компании Incruises. Incruises – это растущее сообщество, предлагающее путешествия по всему миру с партнерами и членами клуба более сотни стран. Мы первый в мире клуб в круизной индустрии, основанный на членстве, миссия которого – сделать путешествия дешевле, бесплатно и прибыльными. У нас есть своя онлайн-система бронирования круизов. Чтобы вам было понятно, как работает наш сайт, вспомним сайт Booking. На сайте Booking вы можете бронировать отели. На сайте Incruises вы можете забронировать круизы. На нашем сайте предоставлено 5000 направлений по всему миру, где есть международные морские порты. Мы сотрудничаем с 15 мировыми круизными линиями. Так что же такое круизный отдых? По сути, круизный лайнер – это ваш личный отель на воде со своей инфраструктурой, где все включено – питание, развлечения и проживание. Вы проезжаете разные города и страны на комфортабельных лайнерах. За одну только поездку вы можете посетить как минимум 3 страны, 5-6 городов. Днем вы можете пройтись по городу и осмотреть достопримечательности города. А вечером, пока ваш лайнер плывет до следующего города, вы интересно проводите свое время, пользуясь всеми удобствами лайнера. Существуют различные круизные лайнеры. Есть молодежные, где вечером проходят дискотеки, молодежные тусовки. Есть для более взрослого поколения, где вечером проходят концерты, выступают оперные певцы и театралы. И есть детские, семейные, такие как Диснейленд. И сегодня я расскажу вам, как можно путешествовать дешевле, бесплатно и построить прибыльный бизнес с нашим клубом. Есть два варианта сотрудничества с клубом – клиентская программа и партнерская программа. Для того, чтобы стать клиентом нашего клуба, вы открываете накопительный счет в нашем клубе, ежемесячно пополняя его по $100. На каждые ваши $100 будут даваться 200 круизных долларов. Приведем пример. Допустим, 5 месяцев вы копили себе на отдых, и за 5 месяцев вы потратили $500 наличных. У вас на счету появились 1000 круизных долларов. Что такое круизные доллары? Это запатентованная валюта внутри клуба, которая принимает все круизные линии для бронирования круизов. Поскольку компания удваивает каждый ваш доллар, для клиентов есть свои условия. В первый год пребывания в клубе вы можете использовать 60% накопленных средств. Во второй год это уже 70%, в третий год 80%, в четвертый 90% и уже с пятого года 100%. Таким образом, чем больше вы пребываете в нашем клубе, тем больше растет ваши привилегии. То есть от 1000 круизных долларов в первый год вы можете использовать 60%, это 600 круизных долларов. 40% – 400 круизных долларов у вас остаются на следующие ваши круизы. Допустим, вы копили еще 7 месяцев. За 7 месяцев вы потратили свои 700 наличных долларов, но на счету у вас удвоились 1400 круизных долларов. Плюс те предыдущие 40% – 400 круизных долларов, суммарно это будет 1800 круизных долларов. И уже во второй год вам будут доступны 70%. Это 1260 круизных долларов. И 540 круизных долларов вам остаются на следующие ваши круизы. Таким образом, потратив всего лишь $700, вы уже во второй год можете использовать в 2 раза больше. Если у вас нет возможности копить себе по $100 ежемесячно себе же на отдых, то мы предлагаем дополнительную программу, которая называется «Безоплатное членство в клубе». Для того, чтобы бесплатно путешествовать, вам необходимо стать VIP-партнером. Этот пакет стоит $295. Из них $100 вы открываете себе накопительный счет, который сразу конвертируется в 200 круизных долларов, и $195 идет лицензия на целый год. Каждое последующее продление лицензии стоит $95 в год. Пригласив в клуб всего лишь 5 человек, они могут быть и клиентами, и партнерами клуба, либо и те, и другие. И с этого момента вы больше не платите себе членские взносы на свои круизы. Вам ежемесячно компания сама будет оплачивать по 200 круизных долларов вам на отдых. То есть за целый год
это накопится 2400 круизных долларов. У партнеров есть привилегии в отличие от клиентов. Когда вы подтверждаете свое безоплатное членство в клубе 3 месяца подряд, то все ваши круизные деньги на отдых будут в доступе 100%. Вам не нужно будет ожидать 5 лет, чтобы достичь до 100%. Если все ваши приглашенные 5 человек будут VIP-партнерами за 295 долларов, то вам еще начислится продюсер-бонус в размере 250 круизных долларов. За каждую пятерку начисляется единожды по 250 круизных долларов. То есть, если вы пригласите 10 человек в первую линию, это уже будет 500 круизных долларов. Ваш личный месяц начинается с того момента, когда вы открыли накопительный счет в нашем клубе. А сейчас я хочу рассказать о доходах, которые мы обналичиваем. Когда вы становитесь VIP-партнером за 295 долларов, у вас появляется своя реферальная ссылка, благодаря которой вы можете приглашать новых партнеров и членов клуба. Первый доход называется мгновенный бонус. Мгновенный бонус можно заработать только от VIP-партнеров за 295 долларов. Итак, когда вы подключаете первого VIP-партнера, вы зарабатываете 50 долларов. Второй вам дает 60, третий 70 и так по нарастающей с 10 начиная по 150 долларов. Например, если за месяц вы подключили 5 человек и подключаете 6 в этот же месяц, то он вам даст 100 долларов. Если же он перейдет на следующий месяц, то он вам даст 50 долларов. Второй вид дохода называется еженедельный матчинг-бонус. Матчинг-бонус выплачивается каждый понедельник. Матчинг-бонус – это суммарный доход всех мгновенных бонусов, которые заработали ваши личные партнеры за неделю. Приведем пример. Ваши те же самые 5 партнеров начинают приглашать людей. Итак, когда ваш первый партнер приглашает 2 партнеров в неделю, он зарабатывает 50 и 60 долларов, это суммарно 110 долларов. Ваш третий партнер пригласил с понедельника во воскресенье 3 партнеров и заработал суммарно 180 долларов. Пятый партнер пригласил одного клиента, но мгновенным доходом он не зарабатывает. Но все клиенты идут на товарооборот лидерского бонуса, о котором я расскажу позже. Итак, за неделю ваша команда заработала суммарно 290 долларов. У вас есть возможность заработать ту же самую сумму, подключив всего лишь одного клиента либо партнера. Главное, чтобы ваши партнеры за неделю собрали 5 баллов. Что же значит 5 баллов? Когда подключаются новые партнеры, компания вам дает 2 балла. Когда подключаются клиенты по 100 долларов, компания вам дает 1 балл. Достаточно за неделю пригласить 2 партнеров и 1 клиента, набирается 5 баллов, и все, что ваша команда заработала за неделю, у вас есть возможность заработать ту же сумму, подключив всего лишь 1 клиента. В итоге все, что ваши личные партнеры заработали с понедельника по воскресенье мгновенными доходами, вы можете заработать общую сумму, подключив всего лишь 1 клиента или партнера в клуб. Третий вид дохода называется лидерский бонус. Лидерские бонусы – это своего рода зарплата, которая выплачивается ежемесячно каждое первое число месяца. Лидерский бонус у нас получают директора. Итак, если вы пришли на большой бизнес, то стоит обратить на него особое внимание. Когда в вашей команде набирается 30 человек, вы становитесь маркетинг-директором, и ваша зарплата 300 долларов. Итак, что значит 30 человек? Это не вы лично подключаете 30 человек, а с командой. Вы подключили 5 человек, они по 5, итого это суммарно 30 человек. Когда ваша команда дорастает до 100 человек, ваша зарплата становится 1000 долларов. Вы сеньор маркетинг-директор. Когда у вас в команде 250 человек, вы на статусе региональный директор, и ваш доход составляет 2500 долларов. Когда вы национальный директор, в вашей команде 500 человек, ваш доход 5000 долларов. Когда в вашей команде набирается 1000 человек, ваша зарплата 10 тысяч долларов, и вы интернациональный директор. 2500 человек, вы исполнительный директор, и ваш доход составляет 25 тысяч долларов. И наконец, когда вы доходите до члена совета директоров,
это борд-директор, у вас в команде 5500 человек, ваша зарплата составляет 55 тысяч долларов. Также сюда добавляется 5% мирового товарооборота. Пятый вид дохода называется резидуальный пассивный доход. Что такое резидуальный доход? Это когда у вас есть возможность зарабатывать по 5% от членских взносов вашей команды до 20 уровней в глубину. Этот вид дохода начисляется со статуса директора. Когда вы маркетинг-директор, у вас автоматически открываются две глубины. Когда вы на статусе сеньор-маркетинг-директора и региональный директор, у вас в доступе 5 линий в глубину. Для того, чтобы зарабатывать по 5 долларов от 5 линий, необходимо в первой линии иметь 5 безоплатников. Когда вы на статусе национальный директор и интернациональный директор, вам дается в доступ 10 линий в глубину. Чтобы зарабатывать до 10 глубины по 5 долларов с каждого, вам необходимо в первой линии иметь 10 безоплатников. На статусе исполнительного директора вам в доступе 15 уровней в глубину. То есть для того, чтобы зарабатывать до 15 глубины по 5 долларов с каждой повторной проплаты, в первой линии необходимо иметь 15 безоплатников. И, наконец, когда вы на статусе борд-директор, вам в доступе 20 уровней в глубину. Для того, чтобы зарабатывать по 5 долларов с каждой повторной проплаты, необходимо в первой линии иметь 20 безоплатников. Есть классная программа, которая называется «Быстрый старт». Это когда за 90 дней у вас в команде набирается 30 VIP-партнеров, вам компания дает поощрение в размере 700 долларов наличными. 700 долларов вы будете получать 3 месяца подряд. Когда у вас в команде набирается 30 партнеров, вы уже находитесь на статусе маркетинг-директора, и ваша зарплата будет составлять 300 долларов. Итого, суммарно с вашим лидерским бонусом это будет выходить 1000 долларов. Итак, быстрый старт вы можете сделать за 1 месяц, за 2 месяца и даже за 3 месяца. Все те доходы, которые я перечислила, кроме круизных долларов, мы можем обналичивать через такие платежные системы, как Pioneer MasterCard и Visa Incruises. Это платежные системы, которые давно себя зарекомендовали на рынке и сотрудничают только с проверенными аккредитованными компаниями. Вы можете обналичить свои доходы в своем городе, в любом банке и банкоматах в любой валюте. Если вы хотите сделать путешествие стилем своей жизни, путешествовать как минимум 2-3 раза в год всей семьей, осуществить все свои цели, то не задумываясь, вступайте в наш клуб. Потому что благодаря Incruises уже 1000 казахстанцев, которые съездили в круиз, зарабатывают деньги и осуществляют свои цели. Доказательство этому вы можете увидеть реальные истории реальных людей на просторах интернета. Мечты сбываются с Incruises.